Игорь, добрый вечер. Спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Фарида. Рад вас видеть. Давайте работать. Давайте. Год подходит к концу. Я так чувствую, что сейчас у всех своих гостей я буду спрашивать, с какими чувствами они завершают 2023 и встречают наступающий 2024. С подвохом, конечно, вопрос. Вы, наверное, это прекрасно понимаете, потому что все мы помним, каким было наше настроение, наши мысли ровно год назад, в декабре, перед Рождеством на 2023 год. Только что завершились очень успешные контрнаступательные операции ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Все очень ждали предстоящего контрнаступа. Не буду говорить, что он провалился. Просто не хочу таким образом обесценивать работу украинских солдат, которые жертвуют своими жизнями не только ради свободы и независимости своей родины, но и ради всех нас и ради всего, собственно, цивилизованного мира. Но результаты, конечно, как вы сами прекрасно понимаете, не такие, каких этот самый цивилизованный мир ждал. Поэтому у меня закономерный вопрос, Игорь. Что вы думаете о предстоящем годе? Что вы думаете об ушедшем годе? Ну, прежде всего, действительно, подводя, ну, может быть, преждевременно, потому что год еще не закончился, еще могут быть какие-то предновогодние сюрпризы, но, тем не менее, исходя из сегодняшнего состояния, ясно, что 2023 год – это был год, скажем так, ну, для кого-то год разочарований, для кого-то год каких-то несбывшихся надежд. Действительно, если сравнивать с 2022 годом, то настроение было, ну, вот, начиная с лета, после того, как Украина смогла отстоять Киев, прогнала из-под Киева российских оккупантов, потом действительно крайне успешное наступление под Харьковом и деоккупация Херсона. Все это вызвало, я помню хорошо, настроение, вот, начиная с лета и осень 2022 года, когда, ну вот, очень многие эксперты говорили, военные эксперты, вроде как люди, так сказать, достаточно хорошо разбиравшиеся в военных проблемах, и экономисты говорили о том, что все, вот сейчас вот экономика России рухнет, Путину нечем будет стрелять, значит, некого будет гнать на войну, все, Украина побеждает, и война чуть ли не должна была закончиться, как многие утверждали, что война должна была закончиться в 2022 году. Ничего этого не получилось, наступил 2023 год, год совершенно другой, год такой, скажем, похожий на холодный душ, потому что если сравнить, ну, например, такие индикаторы, как то, как встречали президента Украины Зеленского в Конгрессе США, в других парламентах, то есть можно сравнить триумфальное шествие Украины по парламентам евроатлантической цивилизации, то есть просто везде, так сказать, это его встречали, как, ну, и его, в его лице, здесь же дело не в Зеленском, а дело в Украине. И Украину встречали как такого Давида, который уже почти победил Голиафа, вот этого огромного, чудовищного, рыхлое чудовище, и сравнить с тем достаточно прохладным, скептическим и таким очень критическим приемом, который сейчас оказывается в Украине сегодня, и в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, и в других местах, где Украина пытается отстаивать свои интересы. Ну, прямо скажем, да и флагов украинских поуменьшилось в европейских городах, просто реально поуменьшилось. Это вот такой вот результат затяжной войны. И надо сказать, что Путин в этой затяжной войне, в этой застойной войне чувствует себя довольно уверенно. Другой вопрос, насколько эта уверенность оправдана, это тема, если будет желание, мы можем ее развить, но, по крайней мере, ощущение вот такой уверенности, потому что человек сумел вогнать страну в уникальное состояние, когда сочетается застой и война. Такого не было никогда в истории России. Были периоды застоя, были войны, но так, чтобы одновременно война и застой, такого не было. Ну, там, афганская война в данном случае не считается, потому что это все-таки не была война, в которую погружен был весь организм страны.
Вот. А здесь вот полностью такая большая война, в какой-то степени даже напоминающая по уровню вовлеченности Вторую мировую, но и при этом застой. Вот это вот уникальное состояние. Путин очень комфортно себя в этом состоянии чувствует. Что касается вот в целом того, чем заканчивается этот год, это, безусловно, год разочарований, год усталости. Усталость срабатывает, уже начала срабатывать. У многих появляется какой-то... Ну, есть люди с катастрофическим типом сознания, которые чуть что начинают паниковать, говорят, ну, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. И мы сейчас видели вот эту публикацию в издании Bloomberg, где вот как эти настроения... Как раз о ней, да, хотела поговорить. Да, ну хорошо, не буду забегать вперед, но вот там эти настроения в полный рост проявились. Так что, если говорить о том, что вот мы ждем от, ну и я, например, жду от следующего года, я думаю, что это год тревог и надежд. Вот, потому что есть надежды, серьезные надежды на то, что прежде всего... Знаете, здесь все-таки надо вспоминать слова Наполеона, который говорил, что нужно для войны. Нужны три вещи. Деньги, деньги и еще раз деньги. И он, к сожалению, был прав, поэтому вот те 61 миллиард долларов, которые зависли сейчас в Конгрессе США, те 50 миллиардов евро, которые в настоящий момент заблокированы фашистом Орбаном в Евросоюзе, и те 300 миллиардов, которые вроде бы как «семерка» собирается разморозить и передать Украине, это счета, это деньги, которые заморожены в европейских банках, ну, Госбанка России. Это все в совокупности, если исходить из формулы Наполеона, это все в совокупности, это же не просто бумажки, это то, на что будет куплено оружие. И это может создать ситуацию коренного перелома в войне. Не завершение. Завершение войны в 2024 году я все-таки не жду. Но хотя все может быть, могут быть неожиданные какие-то вещи, но если инерционно все будет развиваться, то завершение войны в 2024 году не будет. Но может быть перелом в войне. А этот перелом, он связан прежде всего с возможностью деоккупации Крыма. И вот деоккупация Крыма... Это может быть то событие, которое породит, оно не закончит войну само по себе, исходя из логики войны, потому что Донбасс – это гораздо более тяжелая история. Но деоккупация Крыма может запустить внутренние процессы в России, которые приведут к завершению войны не по военным причинам, а по политическим причинам. Вот мне представляется, что такой шанс есть, и это, собственно говоря, и создает... так сказать, вот эту обстановку надежды, которая связана с 2024 годом. Ну и, конечно, тревоги, потому что мы живем в вероятностном мире, и кто знает, например, как отреагируют, скажем, республиканцы, когда в Соединенных Штатах Америки, когда вплотную подойдет вопрос к решению о выделении помощи. Потому что у меня сложилось вот по итогам всего визита Зеленского и того, что там происходило, у меня сложилось очень тревожное ощущение, что на самом деле для республиканцев сейчас гораздо важнее подставить Байдена, чем решить какие-то реальные проблемы. То есть создать ситуацию перед выборами того, что Байден не только проиграл в Афганистане, хотя ничего он там не проиграл, это понятно, что уход был, безусловно, неизбежен, там просто проблема, скажем, эстетики этого ухода была... очень невыигрышный, то есть сам дизайн был очень, картинка была очень плохая, вот, но уход был неизбежен, он, собственно, никто в Соединенных Штатах Америки не собирался вечно гостить в Афганистане, вот, но тем не менее это засчитывается в очень жирный минус Байдена, и вот республиканцы очень хотят поставить еще один жирный минус Байдену в виде Украины. И ради этого я не исключаю. Вот это вопрос, который для меня является предметом тревоги,
а не уверенности. Вот я не исключаю, что они просто, сделав ставку на том, чтобы похоронить Байдена окончательно, чтобы эти два минуса перекрестились и образовали крест на его политической карьере, я не исключаю, что республиканцы могут на это пойти. По крайней мере, последнее заявление Джонсона, когда уже Зеленский уехал после своего визита, поехал в Европу, последнее заявление Джонсона о том, что ну да, ладно, там мексиканская граница, мигранты – это хорошо, но вообще-то говоря, надо понять, а куда идут деньги, зачем они и вообще как выглядит победа Украины. То есть вот эти вот рассуждения, они для меня были предметом большой тревоги. Я не, еще раз подчеркиваю, я не исключаю, что для того, чтобы похоронить Байдена, они могут пойти вот на то, чтобы просто-напросто заволокитить, заблокировать эту помощь. И это очень тревожная история. Но, что называется, это не утверждение, что так и будет, это опасение. А какими будут последствия этого шага? Вот вы уже упомянули про статью «Вашингтон Пост». У нее название буквально звучит так. «А что, если Путин победит?» И там на полном серьезе уже. Сейчас вообще выходит очень много статей такого пессимистического толка относительно того, как будет продолжаться война в Украине. Но это вот, наверное, на данный момент пока такой апофеоз. Там разбирается на полном серьезе вероятный сценарий того, что будет происходить в мире после того, как Запад перестанет по каким-то причинам помогать. Ну, США перестанут помогать Украине. Европа, соответственно, останется такая, тоже достаточно беспомощно будет выглядеть на этом фоне. И там написано, что последствия этого шага, вот вы тоже уже об этом упомянули, они будут еще более жесткими и глубокими, чем последствия вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. А мы все знаем, что именно после вывода американских войск Путин, по всей видимости, окончательно уверовал в то, что Запад слаб, если что, американцы всех сдадут, и на Украину можно спокойно наступать и готовить туда вторжение. Вот на ваш взгляд, а что будет, если Путин победит? Вы знаете, вы мне предлагаете принять участие в мысленном эксперименте. А мы с конца этим занимаемся. Нет. Ну, понимаете, одно дело мысленный эксперимент, который основывается на каких-то более-менее реалистичных основаниях, извините за тавтологию, но вот что такое «Путин победит»? Давайте все-таки уточним этот термин. Я готов, что называется, любой кипиш, кроме голодовки. Давайте поэкспериментируем. Но нужно все-таки оставаться на почве реальности, ну, хоть как-то. Потому что, ну, можно, конечно, как вот в недавней статье российских докторов наук, там придумали каких-то рептилоидов, там звероящеров и так далее. Вот без ненаучной фантастики. Что такое «Путин победит»? Означает ли это, что Путин просто присоединит всю Украину к России? Или это означает, что он убьет всех украинцев? Или это означает, что он будет разгромлена украинская армия, Украина перейдет к партизанской войне? То есть стартовые условия для мысленного эксперимента мне не вполне понятны. Потому что я после того, как я прочитал эти статьи, и у меня возник вопрос, о чем, собственно, идет речь? Что такое победа Путина? Вот мы задаемся вопросом, что такое победа Украины? Это справедливый вопрос, потому что понятно, что Путин воевать не перестанет, даже если его армия будет разгромлена и отброшена до границ 91 года. Но что такое победа Путина? Вот это мне непонятно совсем. Это что? Это уничтожение украинской армии, это захват всей территории Украины, это смена власти в Киеве, это назначение там какого-нибудь Медведчука или еще чего-нибудь такого же, там, я не знаю, Януковича во главе Украины. Это что? Это начало большой партизанской войны по всей территории Украины. То есть, на самом деле, все равно в любом случае Украину за спиной Путин не оставит. То есть, даже при самом фантастическом варианте, который просто, с моей точки зрения, ни с военно-технической, ни с социальной, ни с политической невозможен. Но даже если представить себе, что вот случилось то, о чем говорят. Все равно Украина будет
так сказать, она, война будет продолжаться. Так же, как Путин будет продолжать войну даже в случае, если... То есть эта война обречена на существование до момента ухода Путина из Кремля. Ногами вперед или там в наручниках, неважно. То есть война будет продолжаться в любом случае. Завершение войны не произойдет. Теперь вот давайте дальше, вот на эти, на, именно вернувшись к этим реалистичным сценариям, попробуем понять, что произойдет, если, например, Запад по каким-то причинам перестанет помогать, и действительно Украина будет в очень тяжелом положении. У нее будет, ну, такой вот военно-тактический проигрыш в войне. То есть, на самом деле, там Путин может занять, ну, это невозможно исключить, что при самом катастрофическом развитии событий Путин может занять еще какие-то города в Украине. И это ну, нельзя исключать, это действительно возможно. Но дальше возникает следующая история. Что это будет означать для мира? Я думаю, что в этом случае произойдут тектонические сдвиги во всем мироустройстве, во всем миропорядке. Потому что это будет означать, что, во-первых, существует теоретическая возможность нападения Путина на одну из стран НАТО, потому что если НАТО допустит вот такой вот проигрыш Украины, то это означает, что НАТО – это бумажный тигр. Это означает, что с НАТО можно не считаться. Это означает, что пятая статья, значит, договоров внутри Североатлантического Союза, она, в принципе, не действует. Потому что если это произошло, то, значит, можно вторгнуться, например, в Польшу или можно вторгнуться в любую из стран Балтии, а, скорее всего, сразу в три. То есть, понятно, что какого-то... ну, Польша еще как-то, хотя тоже, на самом деле, я думаю, что, скажем, румынская армия вряд ли сможет сопротивляться, потому что речь ведь идет еще и о Молдове. То есть следующая, скорее всего, будет Молдова сразу после Украины. Вот это вполне реальный сценарий. Если Украина как, так сказать, страна, которая сейчас отвлекает на себя все силы путинского рейха, если она в данном случае перестанет существовать именно как фактор, сдерживающий Россию, то следующий, скорее всего, будет Молдова, а за Молдовой – Румыния. И вот, ну, исходя из моих очень скромных познаний, что такое румынские вооруженные силы, я думаю, что Румыния не в состоянии будет сопротивляться России. То же самое со странами Балтии. Здесь вот Украина – это единственная страна, ну, за исключением, может быть, ядерных держав, значит, Великобритании, там, Франции, которые в состоянии выдержать вот такой вот натиск путинской военной машины. Остальные нет, не смогут. На сегодняшний момент вот те самые силы развертывания, которые НАТО собиралось там 300 тысяч, насколько я понимаю, натовских военных должны были быть развернуты вдоль границы с Россией в странах Балтии, в Польше, вот, в странах, которые находятся вблизи российской границы, как некий санитарный кордон. Этого еще не произошло. Развертывание их еще впереди. Поэтому Европа в достаточной степени беззащитна будет перед ударами путинской военной машины. Но это не главное. Даже это не главное. Главное то, что в целом миропорядок очень сильно качнется в сторону диктатур. Вот такая вот победа Путина, если она случится, если мы все-таки всерьез пытаемся этот сценарий рассматривать, она приведет к тому, что будет очень сильно спровоцирован рост и сдвиг во внутренней и внешней политике стран Европы и всего мира в сторону поддержки диктатур. Прежде всего, в Европе сейчас, в настоящий момент, действительно правые диктатуры поднимают голову. Это и мафиозное государство в Венгрии, которое создано Виктором Орбаном. Это и Словакия в значительной степени. Сейчас приход крайне правого политика к власти в Нидерландах тоже вызывает некоторые тревожные ощущения. То есть, на самом деле, дальнейшее, это может быть
серьезный успех партии в Германии, альтернатива для Германии, которая тоже является, безусловно, креатурой Кремля. То есть могут пройти, быть запущены процессы серьезных изменений политического ландшафта в Европе и в других странах. Я думаю, что в этом случае будет укреплен союз с Китаем. Китай будет более серьезно относиться к союзу с Россией, потому что явно Россия в этом случае становится надежным союзником против Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что если вот такой сценарий, о котором вы говорите, и в котором, последствия которого вы предлагаете проанализировать, если это случится, то вероятность прихода к Трампа к власти в Соединенных Штатах Америки, я думаю, что в январе, в этом случае, вот в этом случае, в случае такого катастрофического развития событий, вероятность того, что в январе 2025 года в Белый дом въедет Трамп снова, она становится очень реальной. А это уже, так сказать, событие другого масштаба. Это означает, что вполне возможен действительно какой-то союз между Путиным и Трампом, личностный союз. И это вообще в корне меняет всю геополитическую картину планеты. Вот. То есть на самом деле это вот, ну, то, что я сейчас нарисовал, с моей точки зрения, подчеркиваю, я сейчас нарисовал антиутопию. Вот это антиутопия. Угу. Я не думаю, что это все произойдет. Но и если говорить о тех целях, которые преследуют авторы статей Bloomberg, Washington Post, я думаю, что это в значительной степени предупреждение. Понимаете, так же, как антиутопия часто бывает не прогнозом будущего, а предупреждением. То есть вот не делайте так, чтобы не было так. И в данном случае я, ну, по крайней мере, я так надеюсь, я думаю, что все эти катастрофические сценарии, которые пишут западные газеты и издания, они направлены, они выглядят как предупреждение. Вот антиутопия как предупреждение, что если вы ослабите помощь, то возможен вот такой вот вариант. Ну, в этом случае я готов поддержать появление таких публикаций. Окей, в таком случае, на ваш взгляд, есть ли на Западе и особенно в США полное понимание масштабов катастрофы, вот, которую вы только что описали? Вот у меня, честно говоря, сложилось такое впечатление, что до сих пор, вот все эти почти два года войны, так или иначе, западный мир находился в каком-то, не побоюсь этого слова, расслабленном состоянии. Вот полной мобилизации все-таки не произошло. Мобилизации во всех смыслах, я не имею в виду военную мобилизацию. И у меня нет уверенности в том, что западные политики и сейчас это понимают, что вот все может пойти ровно по такому чудовищному сценарию. Что да, может быть, это понимают журналисты издания Bloomberg, но у меня нет ощущения, что это понимают в каких-то европейских столицах и в Вашингтоне. Вот по-вашему, Игорь, вы как считаете, это понимание, ну, я не знаю, присутствует там в какой-то мере? Вы знаете, мы говорим об огромном количестве людей. И поэтому вот как-то обобщать, у кого-то это понимание есть, у кого-то нет. Ну, нужно говорить конкретно, потому что я думаю, что, скажем, те политики, которые в той или иной степени определяют действия Соединенных Штатов Америки, я имею в виду Блинкена, я имею в виду Остина, я думаю, что вот они это понимают. Они понимают, с чем они имеют дело, и для них вопрос, ответ на вопрос «Who is Mr. Putin?» давно-давно известен. Есть люди, которые, да, действительно не понимают. В частности, я не уверен, что Макрон понимает до конца то, что произойдет в результате ослабления помощи. То есть нужно конкретно. И просто вот исходя из позиции поведения, в том числе вербального поведения политиков, можно говорить, кто понимает, кто нет. В целом общий, ну, скажем там, мейнстрим вот западного политикума показывает, что нет такого понимания. Такого понимания нет. Это еще раз говорю, средняя температура по западной больнице, она действительно показывает, что такого понимания нет. И отсюда, вот отсюда многочисленные предложения и требования мир в обмен на территории. Отсюда требования к Украине, чтобы она сейчас пыталась искать в Путине переговорщика, собеседника и так далее. То есть вот это точно. Те люди, которые говорят о
переговорах о том, что надо добиваться мира с Путиным, эти люди точно не понимают, что из себя представляет Путин, что из себя представляет путинский фашистский рейх. И вот они точно не понимают, какую угрозу представляет вообще дальнейшая эскалация этой войны и в конечном итоге, ну, как бы возможный какая-то, пусть локальная, но победа России. Так что в целом, да, я думаю, что вот как некое коллективное там бессознательное или как некое результирующее, вот такого понимания нет. Ну вот смотрите, те же самые санкции, да, экономические меры воздействия на российскую политику, они же принимались с учетом так называемых понимающих стран. Тем не менее, вот сейчас вот про что можно сказать слово «провал», к чему можно соотнести, это вот как раз к политике западных санкций. На мой взгляд, санкции абсолютно оказались беззубыми, беспомощными. И, ну, какое-то влияние на российский режим они, конечно, оказали, но экономику российскую они не обрушили, Путина они не остановили. Расчет был на то, что, значит, низы возмутятся тем, как они теперь бедные, плохо живут, и они выйдут на улицы, восстанут. Этого не было, вообще даже близко нет. И расчет был на то, что российский истеблишмент, элиты тоже возмутятся тем, что они, как они много потеряли, как у них заморозили счета, яхты отняли, виллы. Этого тоже вообще нет. Наоборот, российский народ сплотился вокруг Путина. Почему европейские и американские политики так просчитались, на ваш взгляд, в вопросах санкций? И что нужно и можно было делать на самом деле для того, чтобы экономически воздействовать на путинский режим? И были ли вообще такие, существуют ли такие меры воздействия? Основной просчет, основная ошибка западных политиков заключается в том, что они считали, что Путин такой же, как они. Вот, что, вот помните эту историю с Бушем, который заглянул в глаза Путина и увидел там душу. Да-да-да. Вот, да, это вот, это на самом деле было, так сказать, вот таким вот, как бы, я бы сказал так, это заголовок вот этой большой статьи, которая фактически писалась на Западе в отношении Путина. Нет там никакой души. Вот там вообще ничего нет. Там пустота. Вот в глаза Путина не надо заглядывать. Там нет ничего. Это примерно то же самое, что в лужу смотреть, понимаете? Вы можете там увидеть свое отражение. А можете ничего не увидеть, потому что это лужа, там нет души. Вот. И это восприятие, то есть попытка нормальных людей, которые выстраивают какие-то отношения с человеком, исходя из того, что он тоже человек, что он такой же, как они. Ну как, он внешне же похож на человека. У него два глаза, два уха, значит, там другие какие-то части тела присутствуют, это все делает его похожим на западных собеседников. Это грандиозная ошибка. Mm-hmm. Путин изначально совершенно другой. И Россия путинская, она изначально совершенно другая. Вот, поэтому в этом кардинальная ошибка. У Путина с самого начала нет и не было никогда вот каких-то ограничителей, какой-то элементарных попыток сформировать свою кредитную историю, институт репутации. То есть этого всего нет, близко. И то, ну, кроме всего прочего, ожидание, что в результате санкций, значит, народ взбунтуется, да слушайте, ну это не понимаю, полное. Не... Иногда, знаете, вот я вспоминаю, как реакция была, значит, западных журналистов на сталинские репрессии, когда вот рассказывали о том, что приезжает, значит, черный воронок, всех пакуют и отправляют, так сказать, вот, ну и происходит вот этот вот беспредел. И один западный журналист в ответ на то, что рассказывал политэмигрант, который успел убежать от сталинских репрессий, он говорит: ну а почему вы не позовете полицию? Изумленно спросил западный журналист, когда ему рассказывали о том, как беспредельничает ЧК, как НКВД.
беспределе. А почему вы полицию не позовете? Ну как же, беспорядок же. Какие-то люди ночью приезжают, хватают, значит, там избивают, убивают. Надо же полицию позвать. Вот эта вот чудовищная пропасть между западным образом жизни и тем, что происходило в Советском Союзе в 30-37-38 годах, она сохранилась до сих пор. Люди говорят, ну как же так? А почему вы не... Вот меня тоже спрашивают. Ну хорошо, вот вы уехали, потому что вас не, значит, там объявили иноагентом, экстремистом, значит, отправляли в тюрьму. Ну как? Ну а почему народ-то не выходит на улицу? Объяснять людям, что внутренняя армия, которая нацелена на подавление российских протестов, она больше по численности, чем та оккупационная армия, которая воюет в Украине, объяснять людям, что это Росгвардия плюс ФСБ плюс ФСО и вообще весь вот этот вот потенциал российской машины уничтожения, он способен уничтожить миллионы людей, если они выйдут на улицы. Вот это объяснить невозможно. Это невозможно объяснить. В том числе, кстати, украинцам это объяснить невозможно. Потому что действительно то, что происходит в России, это не только не Украина, это, конечно, и не Европа. И еще последнее. Это то, что в России на протяжении многих веков, ну, нескольких веков, была создана особая система, так называемая русская власть и русская система, при которой власть полностью доминирует, она высасывает из населения, из народа всю субъектность и превращает его в популяцию. И никогда в условиях России только в какие-то отдельные моменты субъектность возвращалась. А в основном ее просто нет. Так устроено русское общество. Оно так было устроено и при Советском Союзе, оно так устроено при постсоветской России. Вот, так что, ну, просто, ну, элементарная вещь, понимаете, в качестве доказательства могу только один пример привести, что в России никогда на протяжении веков существования этой страны не было выборов никогда, никаких. То есть вы не можете привести ни один пример, когда вот в Московском княжестве, в Русском царстве, в Российской империи, в Советском Союзе, в постсоветской России был один правитель, произошло какое-то голосование, и на место одного правителя пришел другой. Таких случаев не было никогда. Вот был там Ющенко, стал Янукович. Был, значит, Порошенко, стал Зеленский. Был Трамп, стал Байден. Вот такой ситуации в России не было никогда на протяжении веков. Ни разу. Отсутствие субъектности полное. Если власть... то она навсегда. Вот она просто навсегда, и все. И ничего с ней не сделаешь. Потому что власть высасывает субъектность из русского общества, и власть и собственность сливаются. Это было всегда. И при Советском Союзе, и при императоре, который говорил, что ты кто? А я хозяин земли русской. Я хозяин. Не император, не царь, я хозяин. Вот он хозяин. Mm-hmm. И точно таким же хозяином сейчас является Путин. В еще большей степени, чем тот же самый Николай II. Поэтому никаких шансов на какие-то... И на Западе этого не понимают. Они считают, что вот Россия – это, ну, то же самое, что Европа, но только вот с таким немножко азиатским прищуром. На самом деле не так. Это принципиально другой социум. Принципиально другой социум. Принципиально другое устройство общества и власти. И вот этого кардинально не понимают на Западе. А что дальше? Вот смотрите, 12-й пакет санкций ввели, там, значит, запрет на экспорт российских алмазов, но вы, как понимаете, это абсолютно как слону дробина. Там, значит, возникло понятие запрета реэкспорта, как будто бы они только что, вот прошло 2 года войны практически, да, как будто они только что вдруг узнали, что вот эти третьи страны, в которые они продают станки для производства вооружения, там, я не знаю, какие-то еще компоненты и так далее, оборонного назначения, что они, оказывается, все это перепродают в Россию. А то они не знали это в 2022 году, уже весной. Ведь тогда уже это было все понятно. То есть, вот теперь говорят они, мы сделаем так, чтобы уже принятые санкции становились более эффективными. Но как можно сделать эффективным то, что изначально было неэффективным? То есть это уже умножение на ноль.
это было нулем, и сейчас умножается на ноль. Есть ли какие-то санкции действительно экономические, которые могли бы повлиять на режим? Если не обрушить его, то хотя бы подтачивать и расшатывать. И есть ли еще, кроме вот этого 12-го пакета санкций западных, рычаги воздействия на Россию, или это предел? Значит, я сначала отвечу на один вопрос, а потом на другой. Да-да-да, конечно. Значит, первый вопрос. Есть ли какие-то санкции? Угу. Ответ, у меня ответ очень простой. Нет таких санкций, потому что это санкции, которые накладывает евроатлантическая цивилизация. То есть это Европейский Союз, это Соединенные Штаты Америки. Вот. А что из себя представляет сегодняшний мир? Евроатлантическая цивилизация по численности населения, по числу стран, это там 10-15% планеты Земля. Остальной мир никакого отношения к этим санкциям не имеет. И да, в экономике другая пропорция, но тоже накладываются санкции, прекрасно совершенно Россия продолжает торговать и развиваться с Китаем, с Индией. Да, не так комфортно, да, там за рупии, что-то не за рупии, но тем не менее у России есть возможность, никакой изоляции не произошло. Посмотрите, как принимали Путина в Саудовской Аравии и в Эмиратах. Ни одного президента Соединенных Штатов Америки так не принимали. Он приехал, Игорь, простите, куда, пожалуйста, как... а я знаете, что вспомнила, когда я видела эту картинку, я вспомнила наше с вами интервью майское, когда Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, и вы мне тогда говорили, его тоже очень хорошо принимали, все эти шейхи, эмиры в белых бурнусах, и вы говорили, так принимают победителя, потому что все вот эти арабские страны, арабский мир, он тоже хочет поучаствовать в послевоенном переделе мира, тоже себе хочет какой-нибудь кусочек урвать. Так они теперь Путина победителем воспринимают? Да, конечно, конечно, конечно. И то, что... так сказать, вот вся эта атака Хамас, которая была, безусловно, не сама по себе, это все, так сказать, еще раз подчеркнуло, что готовится передел мира, в частности, какой-то передел и Ближнего Востока тоже. Ну, геополитическая перекройка Ближнего Востока, просто атака Хамас сорвала определенную конструкцию, которая была заготовлена, а именно союз, ну не союз, а установление серьезных договор между Израилем и Саудовской Аравией, который мог за собой повлечь кардинальный пересмотр всей конфигурации на Ближнем Востоке. Вместо этого был некоторый, ну не союз, но по крайней мере установление контакта между Ираном и Саудовской Аравией, что совершенно полностью изменило ситуацию. И Путин здесь бенефициар, безусловный. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что на самом деле все санкции, это, то есть понимаете, это попытка, так сказать, вот мы имеем дело с какой-то емкостью, с дырявым дном, и мы затыкаем одну дырочку, рассчитывая, что вода не будет вытекать. А есть куча других дырок, есть огромный мир, который совершенно не готов бойкотировать Путина, который не готов изолировать Путина. Есть, я уже сказал, такие гиганты, как Индия и Китай, которые совершенно не готовы Путина бойкотировать, они с ним продолжают обниматься, целоваться и торговать. Есть Южная Африка, есть гигантский континент Латинская Америка, в которой, ну, сейчас вот пробили брешь, там Аргентина вроде бы как там, хотя очень экзотический этот парень с бензопилой, но тем не менее он вроде бы как занимает такую человеческую позицию. А все остальное, гигантская Бразилия, Венесуэла, это все, ну, если не союзники Путина, то кто-то союзник, а кто-то достаточно лояльно к нему относится. Это Африка, которая в значительной степени носит уже сейчас откровенно антизападный, антиамериканский характер. То есть на самом деле есть огромный мир, который, да, он не такой, так сказать, развитый, как страны евроатлантической цивилизации, но это огромный мир, который является тем гигантским буфетом, по которому Путин продолжает гулять.
Так что говорить о том, что вот он все, он заперт и никуда он не денется, и что западные санкции... Западные санкции – это попытка, заткнуть вот эту одну единственную дырку, а вода протекает через все остальные. Там это невозможно, это все равно у Путина есть прекрасная возможность продолжать воевать, поддерживать свою экономику, платить зарплаты, значит, вкладывать в военную промышленность и продолжать воевать. И он это будет делать до тех пор, пока он будет находиться в Кремле. И никакие санкции его, конечно же, не остановят. Тогда спрошу у вас вот про момент, про который вы уже сами ранее упомянули, про войну на истощение, которая, собственно, сейчас и идет. Кто кого вот в каком-то длительном промежутке времени. Что дает хотя бы маленькую надежду нам всем думать, что Путин может эту войну на истощение проиграть? Или нам вообще и не надо на это... Нет, одну секундочку. Понимаете, рассчитывать, что значит, Путин, который опирается на в несколько раз большие ресурсы, ну вот на сегодняшний момент демографический ресурс России в 5 раз выше, чем демографический ресурс Украины. Это, ну, война начиналась в условиях, когда этот ресурс был выше в 3 раза, 140 миллионов населения на условные там 40. А сейчас ведь ситуация изменилась. Поскольку война идет на территории Украины, а не России, то количество беженцев, оно привело к тому, что на самом деле на сегодняшний момент реальный демографический потенциал Украины в 5 раз меньше, чем России. Это понятно, что это нельзя конвертировать на, так сказать, какой-то военный боевой потенциал, но тем не менее это факт. И рассчитывать на то, что, понимаете, страна, которая гигантская страна, которая, на территории которой войны нет, я имею в виду Россия, а с другой стороны, страна в значительной степени меньше и по территории, по экономике, по населению, на территории которой идет война. И, конечно, говорить о том, что Путин проиграет войну на истощение, абсолютно исключено. Этого не будет. Значит, и поэтому я еще раз просто хочу зафиксировать, что когда вы говорите, а что может ситуацию изменить, с моей точки зрения, все кардинально может изменить деоккупация Крыма. Вот деоккупация Крыма – это то, что может коренным образом не, так сказать, это не будет военная победа, но это будет возможный слом внутренний, психологический, политический слом путинской машины. Вот это возможно. Когда возникнет ситуация, что царь не настоящий, что счастливый дедушка, он на самом деле конченый, потому что он начал войну, когда Крым был российским, и Украина не собиралась его дооккупировать. Не собиралась. Она собиралась вести долгие дипломатические переговоры. И Крым был российским. И было ура, здорово, все хорошо. Значит, Россия приросла к Крыму. А в результате вот этой авантюры 24-го, если Крым вернется в Украину, то это будет психологический слом. Возникнет вопрос у очень многих людей под фуражками, под, так сказать, под этой самой армейской прической, возникнет вопрос, а зачем погибли вот эти 340 тысяч военнослужащих российских? Для того, чтобы Крым вернулся в Украину? И этот вопрос будет возникать. И этот вопрос будет возникать у тех военнослужащих, жен которых сейчас гнобят за их протестное движение. И дальше первое же избиение жены военнослужащего, если оно может произойти в результате того, что движение вот этих жен мобилизованных, оно приобретает все больше и больше агрессивный характер, и могут быть в ответ акты насилия. Первое же разгон силовой вот этих вот женщин, он тут же окажется на фронте, и это видео станет вирусным, когда боец, который лежит, так сказать, в холодном окопе и, так сказать, гибнет под ударами украинских войск, он получит фотографию или видео, как его жену избивает раскормленный росгвардеец, ну, здесь, я думаю, что процессы пойдут в головах.
То есть на самом деле, еще раз подчеркиваю, вот деоккупация Крыма, мне кажется, это поворотный момент, который может просто срезонировать очень серьезно. И для и на политиков, и на военных, на военное руководство и так далее. То есть, как говорилось в фильме «Царь не настоящий, войску пора бунтоваться». То есть это, возможно, в принципе, спровоцирует какой-то ремейк, значит, похода Пригожина, но только в другом наполнении. Пригожин просто стрелку бандитскую Путину забивал, чтобы спросить с него по понятиям. А здесь может быть серьезный поход с целью сместить власть. Я этого исключить не могу, исходя вот из ситуации. Но для этого нужны условия, для этого нужны какие-то внешние толчки. Но вот еще раз подчеркиваю, самое очевидное – это деоккупация Крыма. Но она вот сейчас вообще не выглядит реалистичной, учитывая, что фронт стоит, ни у одной из сторон нет сил для того, чтобы его прорвать, и тем более пробить вот этот самый коридор к Азовскому морю и потом отрезать Крым от российской стороны. То есть, я просто не понимаю, тогда получается, это вообще нереализуемая задача. То есть как этот Крым деоккупировать? Значит, смотрите, это, конечно, задача нереализуемая. Ну, понимаете, я еще раз обращаюсь к высказыванию Наполеона, что война – это для войны нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз деньги. Если конечно, денег нет... Да слушайте, жалко им денег, нет. Жалко. Не хотят они давать денег Украине, Игорь. Не-не-не, это я думаю, что, Фрида, вы ошибаетесь. Здесь вопрос не в том, что жалко. Здесь вопрос в том, что здесь все конкретно. Еще раз, с моей точки зрения, республиканцы просто хотят угробить Байдена. Вот это их задача. Им денег не жалко. Ну, что такое там, 61 миллиард долларов для страны, которая ворочает триллионами? Вот, это совершенно не та цена. У них просто задача политическая – угробить Байдена. Вот это задача, которую они ставят. Вот республиканцы ставят перед собой такую задачу. Каким образом можно, я не знаю, может быть, поворотный... Мы сейчас не очень хочется погружаться в дебри американской политики, но может быть, например, если демократы и Байден в том числе сделают очень хитрый ход, например, если в качестве... кандидатов в президенты будет выдвинут другой человек от демократической партии. Вот это сломает всю игру для республиканцев. У них не будет мотива навредить Байдену. Там же американская система устроена так, что если главный из партии идет на выборы, то остальные уже, ну, как бы все, умывают руки. То есть Байден сказал: динозавр, я пойду. Ну, все, молодежь вся... Ну, это не факт. Ники Кейли есть, там есть люди, которые обладают субъектностью. И, ну, во-первых, я не уверен, что... Опять, ну, просто мы сейчас погружаемся совсем в другую тему. Я думаю, что и Байден, кто угодно, дураком его назвать нельзя. И, скорее всего, он все-таки понимает, что шансы выиграть в эти выборы у него не очень велики. И поэтому, в принципе, он может как бы избрать... другой путь, так сказать, своей, что называется, политической капитализации и стать президентом победы. И бросить все на то, чтобы Украина победила, и тем самым завершить свое президентство триумфально. Просто триумфально. А для этого нужно отказаться от выборов, а для этого нужно договориться с республиканцами, выделить это 61 миллиард долларов, затем будет 50. Что касается европейской помощи, то я абсолютно уверен, что заткнуть рот мафиози и нацисту Орбану с помощью 30 миллиардов евро – это небольшая проблема. Он, собственно говоря, и намекает, как нормальный взяточник, он просто на бумажке нарисовал, когда вот его вывели в туалет, когда он, так сказать, замечательная спецоперация, которую провел Шольц, немецкий канцлер. Да, когда он, значит, вывел его в туалет и сказал: ну, ты посиди там,
а мы пока проголосуем. Он сказал, хорошо, но главное, чтобы не при мне. Вот я это видеть не могу. Просто вот так не люблю Украину, что просто кушать не могу. Поэтому вот без меня, пожалуйста, принимайте ее в Евросоюз. Вот. Но деньги вперед. Сначала вы мне дадите 30 миллиардов евро, а потом я, может быть, проголосую за 50 миллиардов Украине. И это, скорее всего, так и будет. Поэтому вот эти деньги могут оказаться у Украины. А еще плюс к этому еще и 300 миллиардов российских значит, замороженных денег. И вот тогда в этом случае уже деоккупация Крыма просматривается. Потому что чего не хватает для деоккупации Крыма? Авиации. Не хватает дальнобойных ракет. Не хватает боеприпасов. Не хватает танков. Но прежде всего авиации и дальнобойных ракет. А это деньги. И тут начинает работать формула Наполеона. Вот и все. И тогда вот то, что сейчас кажется нереальным, оно становится вот просто очевидным, реальным. Дальнобойные ракеты, там, в конечном итоге томагавки, которые могут уничтожать российские военные объекты в глубине территории России. Так что мне кажется, это все, понимаете, это все реальные вещи. Просто сначала должны быть определенные политические ходы. Я не вижу ничего нереального в этом. А мы живем в вероятностном мире. Нет ничего запрограммированного. И я думаю, что это все возможно. Весь вопрос, все через действия людей, у которых есть свобода воли. Вот хватит свободы воли у Байдена, например, отказаться от президента и войти в историю как президент великой победы Соединенных Штатов Америки над империей зла. Ну да, тогда все складывается. И тогда все складывается, опять-таки, через свободу воли республиканцев, которым совершенно уже не будет никакого профита, значит, замораживать. И совершенно не жалко им эти 61 миллиард долларов. Господи, у них этих миллиардов, они же на этой самой миллиардной фабрике работают, у них этих миллиардов до чертовой матери. Вот, поэтому, но там же да, этими 60 не ограничится ничего. Это же очередной транш, но потом понадобится еще и еще и еще. Вот да, ведь в чем дело. Да, вы правы. Но это все зависит от... Это все... Вот эти деньги, они могут решить в совокупности с 50 миллиардами долларов. Там, то, ну, там надо считать. Я пытался с военными экспертами считать, что это означает в пересчете на самолеты, на ракеты, на боеприпасы. И, в общем-то, получается достаточно для нормального наступления, в результате которого можно... Это же все в конкретике. Будут ракеты, будут дальнобойные, будут самолеты, будут боеприпасы, будут кассетные боеприпасы. И в результате этого наступление может приобрести совершенно другой характер. То есть Украина сможет добивать до любой точки в Крыму. И в конечном итоге это действительно может привести к деоккупации Крыма. Вот и все. Будет уничтожен Крымский мост. И все. И не хватает. Для этого не хватает элементарно. Опять-таки вспоминаем Наполеона. Не хватает денег. Деньги будут, значит, тогда все остальное становится уже вопросом военного искусства и доблести украинских войск. Без денег это доблесть и это военное искусство, к сожалению, так сказать, не способны привести к серьезным результатам. С деньгами это все может начать работать иначе совсем. Так что, еще раз говорю, 24-й год – это год, безусловно, тревог и год надежды. Вот для меня это... Но здесь еще одна, Игорь, есть коллизия. Смотрите, ведь ничто не мешало западным странам, те же атакамсы, да, дать чуть пораньше и в большем количестве, а не 20 стареньких штук, для того, чтобы Украина могла добивать по Крыму. Но западные страны же не дали Украине эти атакамсы вовремя и в нужном количестве. Почему? Потому что эксперты и ваши коллеги говорят, да вы и сами, по-моему, тоже так говорили, они не хотят поражения путинского режима. А с чего они вдруг его захотят? Вот что у них, что в них такого поменяется, что они будут на это согласны? Нет, ну, опять-таки, значит, вот говорить о том, что обобщать, говорить о том, что не хотят поражения путинского режима, кто-то не хочет. Ну, да, безусловно, там есть Салливан, который, так сказать, придерживается такой позиции, что надо сохранить путинский режим, потому что иначе
Россия упадет, разобьется на несколько частей, куда денется ядерное оружие. Такое было. Там есть разные люди. И я думаю, что, понимаете, опять-таки, все дьявол в подробностях. Кто конкретно и что. Сейчас очень многое зависит от Байдена. Если он будет цепляться за свою возможность избираться, то это один сценарий. И, к сожалению, очень плохой. Если он все-таки решит пропустить вперед, так сказать, более молодых и перспективных людей, ну, там то же самое Ники Хейли, то ситуация может развиваться совершенно по-другому. Это будет, и с одной стороны, надежда демократической партии, а с другой стороны, это будет возможность, вполне реальная возможность, действительно сломать сопротивление республиканцев. Вполне реальная возможность. И тогда заработают уже деньги. А это, вот, как известно, главное топливо войны. То есть этому украинской военной машине нужно топливо. Топливо – это деньги. Вот и вся история. А то, что какие-то люди будут продолжать не хотеть конца путинского режима, да пусть они и дальше целуются с Путиным в десна. И Салливан, и там всевозможные лоббисты путинские, так сказать, это никуда не денешься. Гигантский процесс шредеризации вот всей этой западной элиты, он никуда не делся. И он никуда не денется. Но в целом, еще раз говорю, надежда и тревога. Вот те ощущения, с которыми мы встречаем, я лично встречаю 2024 год. Игорь, спасибо вам огромное. До свидания.